Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, мы с вами продолжаем играть в Skyrim. Полетели, наверное, сейчас мы с вами... Ух ты, принести от Ubisoft тролля. А, да, вот я про это хотел сказать. Полетели сейчас, наверное, с вами в Вайтран. Спасибо, написали в комментариях, что все эти ингредиенты можно купить, оказывается, у алхимички. И чтобы не искать, не бегать по всей карте, эти ингредиенты не собирать кучкой, сколько их там надо. Кстати, редкие всякие разные припасы. Поэтому сейчас придем, действительно все купим, пойдем отнесем, избавимся от этого квеста. Квест такой большой, он добавляется не просто мне тремя предметами в разное. В общем, там-то собрать, там-то, как обычно бывает. А как начался целиковый такой большой. Давайте, наверное, заночуем. И с утреца уже пойдем. А то на улице у нас темно. Ну и Лидию хоть навестим, посмотрим, как она тут поживает. Может быть, что-нибудь лишнее выложим в рюкзак. У меня тоже некие вещички еще остались, от которых бы я хотел бы избавиться. Ну, такие тяжелые, может быть. Так, давайте, наверное, по весу. Все, сортируем. Вот, бонит вы лук злобы. А, это наполняет камень. Лук дровина до сих пор так не отдал, но тоже скинули карту, спасибо. Я посмотрю, где это, туда сходим, значит. Посмотрел уже, знаю, где это имеется. Так, вот, маску я хотел выложить. Во-первых, точно надо. Она мне с собой не нужна. Кольцо на мир, да и все. Пожалуй, только маску и оставим. Давайте ночуем. Кстати, вчера вышел у нас новый какой-то мод, непонятно. Ну, кто не знает, я вообще как бы без модов люблю играть в Skyrim. Стараюсь не затрагивать. И в Oblivion играл только исключительно на графику. Все моды стояли. Просто, чтобы покрасивее выглядело, потому что все-таки не для себя играю, а для канала, чтобы хоть приятно немножко было смотреть на все это. Здесь тоже играю без модов, есть у меня только на светильнике вдоль дорог. Что, Лидия, ты меня пугаешь? Стоит такая, я тут просыпаюсь, тут стоит такое тело прям. На светильнике, ну и все, в принципе, по-моему, больше ничего. Все остальное, Special Edition, все по умолчанию. Ну так вот, вышел какой-то мод, мне пришло от Bethesda-чки письмо, как бы говорящее о том, что... Вот, по-моему... А, это какая-то Аркадия. Мне нужна какая-то Олесия. Интересно, это где тогда? Это кто такая? Алхимичка. Может, здесь где-то, которая стоит на площади? Кстати, они еще работать-то не начали. Ну так вот, мод о босмерской броне. Босмерская, 5 сетов разных лесных эльфов. В общем-то, Bethesda ее подтвердили, то, что всем, как бы, законам жанра она часто соответствует. Забывать в облачном районе. О, что я такое несу, конечно. Это фрейлия? Нет, не на рынке. Интересно, а кто такая тогда? В Вайтране же написали в Руси. Кадиллак Олесий какой-то. Оленсий или как-то так. Тут есть такая вообще? Я что-то не знаю, не видел такую, если честно. Кстати, может быть, прям в горцующей кобыле она сидит. Там тоже, по-моему, какая-то была. Так, храм Кинарет. Какая-то была там, помню, тоже стояла... Карлота Валентия, как, кстати, есть, может быть, она. Не, по-моему, там буква С была. Это еще что за Drunken Huntsman? Почему по-английски? Почему не переведено? Так, ну вот сюда можно сходить, в принципе, куда-то в район. В этот здесь какие-то интересные дома есть. Где я только что их видел? А, вот. Вот эти можно сходить, посмотреть, что это такое вообще. Рядом с теплым домом, моим домом, короче, рядом с ним стоит где-то. Ну ладно, даже если не котелок этот сейчас не возьмем, мне какая разница, в целом-то это так, квест, он не мешает. Я стараюсь избавиться от предметов, которые у меня лежат, и по квесту надо кому-нибудь отнести, собрать, вот как шкуры, допустим, потому что там действительно они занимают столько килограмм, весят, ужас. А, сородич, встреча с братом Босмером греет мне душу. Скажи, чем я могу помочь тебе в твоей охоте? Почему тебе хижина называется по-английски, интересно? С кем мне тут поговорить о работе? Попробуй сходить к Хульде. Она хозяйка горцующей кобылы. Это около рынка, прямо по дороге. Еще стоит в Драконий предел заглянуть. Ага. У нас тут столько всего происходит. Ярлу или его управителю наверняка пригодится помощь. Понятно. Приятно иметь с тобой дело. Слушайте, может, там не в Вайтране, а в Рифтоне было написано? Может быть, я немножко перепутал? Ну, потому что я читал это с утра, как обычно, сонный, с телефона. Ну ладно, давайте, наверное,
В Рифтон сгоняем, тем более у меня там дела имеются тоже. Все рядом с Рифтоном, столько всяких разных дел. И вообще мы сейчас эту местность тут будем всю изучать. Вот тут надо все сейчас изучить, тут столько всяких разных. Вон камень, шора есть, куда форт. Здесь где-то находится лук, который нужно отдать. Короче, в Рифтон летим. Мне еще не все дела там сделали. Плюс у меня еще какой-то квестик там рядышком уже помечается. Какая-то отметинка стоит. Определенно. Кстати, можно было бы, в принципе, и здесь дом тоже взять. И дом здесь красивый, хороший. Единственное, что мне теперь не нравится, я привел сюда эту Мавен. У меня с ней такие проблемы. А, это ты? Да, опять я. Будешь пытаться что-то у меня вымогать? Ночлежка Хельги. Пока что по ночлежкам, ну, а как быть... Кстати, может быть, здесь собираются все, кто не спит по вечерам. Статуэтка дебилая. Так, давайте посмотрим. Мне бы еще пообщаться с той, которая мне говорила эту, отнести словарик. Работа в рыбном порту Рифтона легко. Это мои проблемы. Не прошу прощения за беспорядок. Делать тут уборку, та еще работа. Ты здесь работаешь, да? Я просто работаю. Устала, и да, все. Можно сказать, спасибо. Я это называю рабством. Пальцы уже до костей стерла от этой вечной уборки. С тех пор, как умерли родители, и Хельга взяла меня к себе, это вечный кошмар. Откуда мне было знать, что она такая гадюка? А теперь я вынуждена тут жить. А эти свиньи, которых она зовет клиентами, лапают меня и говорят мерзости. Прям при них говорит. Почему ты так ненавидишь Хельгу? Дело не в работе, дело в ней. Она отвратительна. Мне кажется, она... По одному говорите, достали. Ты в курсе, что она только за последний месяц спала с тремя разными мужчинами? В курсе. Кем надо быть, чтобы так себя вести? Как же мне хочется заставить ее подёрнуться, носом ткнуть. Должен быть способ. На самом деле есть такой способ. Но я не думаю, что мне это сойдет с рук. Если она узнает, она меня убьет. После занятия любовью... Она обычно дает партнеру так называемый знак Дибеллы, как символ своего расположения. Если ты предъявишь ей сразу три знака, смотрите, она что окажется творят. В очень щекотливом положении. Даже не знаю, что она будет делать. Надо ходить и собирать у всех мужиков. Ну хорошо, я помогу тебе потом как-нибудь. Это будет замечательно. Тебе нужно получить знаки Дибеллы у Болли, Ховгера и Индарина. Не знаю, как ты это провернешь, но постарайся. Интересно. А потом просто покажи их Хельге, и увидим, что будет. Ага, имена дала. Ну, всего три. Попытайся добыть эти знаки, не применяя насилия. Я не хочу быть виновной в их смерти. Или в твоей. Почему? Приходи, что вы все орете вечно, когда я разговариваю с людьми? Можете молча посидеть, уроды? Говорят, что он кого-то... Спасибо. Что-то связанное. Я пошел отсюда. Каудеж какой-то, хотя на самом деле я пришел сюда поспать. Не буду я спать, давайте, наверное, просто подождем. Достали эти гады, я не усну здесь, они будут орать всю ночь. Так, 12 часов спим. Ага, спим, на стульчике точнее сидим, отдыхаем. Надо что-то с этим делать. Ну и пойдем с утра уже там изучать всех, и дровина найдем, и те посмотрим, что за крепость там стоит, с фортом с каким-то, форт точнее, с какой-то, как ее называть, хижиной. Плюс еще... Может быть, эту найдем, которая здесь торгует. Может быть, действительно она тут. Может, я Вайтран с Рифтоном перепутал. Бывает такое иногда, кстати. Ты себе не представляешь, каково это, когда у тебя есть все, а потом ты всего лишаешься. Это что у нас? Пчела и жало, понятно. У меня лучшая снеть во всем Скайриме. О, вот сюда надо зайти. Медоварная черная вереска. А что мне здесь надо сделать? Я не помню, если честно. А, возможно, здесь стоит какая-нибудь, которая скажет это за словарь, спасибо. Нет? Давайте заглянем. Привет. Я здешний медовар. Что тебе нужно? Да не, ничего не нужно. Мне надо вниз куда-то. Может быть, просто это через эту медоварню меня как-то на улицу ведет, там в область. Общение с тобой нам приятно. Дайте мне вниз спрыгнуть, надоели. О, я умею лазить, мне вообще все равно. Да, точно, просто меня вело на улицу через какой-то дом. Очень странно курсор выставляется. Давайте, наверное, просто на карту сейчас взглянем, посмотрим, есть ли здесь это... Как ее называют? Алхимичка. Потому что бегать можно долго. Короче, так.
Рифтон, рыбный порт, склад. Это все не то. Рифт он, кстати, весь изучил, так посмотреть. А, ну мы сейчас вышли из города, как бы, поэтому, наверное, карту не будет местности показывать. Да, точно, я сейчас в порте нахожусь. Назад. Туда-сюда бегаю. Все во имя того, чтобы сдавать эти квесты такие промежуточные, мелкие. Вообще надо отправляться в какие-нибудь руины большие. Прям крупные, здоровые какие-нибудь. Найти какой-нибудь квест, легенду какого-нибудь драконьего жреца, маску с него снять. Вот это было бы вообще хорошо. Но пока я здесь сейчас похожу еще чуть-чуть. Так, давайте теперь на карту посмотрим, чтобы долго не бегать здесь. Здесь двухэтажное вот это вот место, как в город их, и вообще здесь все аж переплетается. Храм Мары, усадьбы. Крысиная нора, опять же, все внизу. Короче, нету здесь ее. Ладно, мы много времени на это тратим. Все, побежали на улицу, хватит здесь находиться. Черт с ним, потом как-нибудь выполним. Сейчас выходим за город и все, и просто изучаем местность рядом с Рифтоном. Все, что здесь имеется. Потому что и так мы уже сколько там, минут 10, наверное, точно просто так бегаем туда-сюда. Ну, хотя поговорили, так-то узнали историю, квест взяли. Хоть какое-то полезное дело все-таки сделали, но в целом все равно. Задержался, я считаю. Так, давайте смотреть, что здесь имеется у нас в окрестности. Пойдемте, наверное... Так, уйди. Нет, не надо. Пойдемте, наверное, на юг. Где-то здесь находится домик, который мне нужен. Там дровин живет. Здесь надо найти муженика тоже. Потом вот так вот обратно пойдем, наверное, туда. Найти через пещеру, наверное. Я здесь в окрестностях посмотрю, может быть, на мини-карте подсветится. Называется как-то веселая ферма. Название такое, как знаете, мини-игра. Так, надо лук взять, который заполняет. Так, лук злобы. Отлично. Души будем захватывать. Отлично. За 10 секунд успел. Нормально. Так, фортец какой-то есть. Еще и курсор стоит рядышком. Что за курсорчик? А, это принести. Ну, вот, чтобы принести... Кстати, скорее всего, да, действительно, может, в Рифтоне они... В Айтране находятся, что было бы логично. Мне тут дают квест подобный. Два шага сделал, зашел в город и все купил необходимое. Хотя, с другой стороны, почему-то мне в памяти именно White Run отложился, то, что White Run было написано. Надо было перед заходом, перед серией, все-таки еще раз освежить память, заглянуть. Завтра просто у меня опять очень дальняя поездка, поэтому надо сейчас очень много, большой объем работы. Ну, это так, офф-топ, как говорится, пока мы не зашли, ну, а сейчас, наверное... Надо возвращаться к делам насущим. Так, новости небольшие с Казановым. А, Илью какую-то убили. А, ладно. Должно быть, сбежал. Ты кто такая? И кого ты убила? Я знаю, это выглядит не лучшим образом. Позволь, я объясню. Ты убила эту женщину? Я не хотела, но она напала первой, ага. Чтобы помешать мне уйти. Я больше не могу здесь оставаться. Мы тут творим страшные вещи. С меня хватит. А, понятно. Немножко уже намек понял. Почему она должна была умереть? Мы должны были найти жертву. Человека. Ага. Я ей сказала, что не смогу, и она на меня набросилась. Я делала ужасные вещи, когда здесь жила. Но я никогда не лишала жизни невинных. Просто вот так пойти и найти кого-то, зная, что его убьют. Некроманты, что ли? А зачем нужна жертва? Инициация. Моя мать собирается стать одной из этих тварей. Я не хочу в этом участвовать. Боги, я не могу просто убежать. Я должна ее остановить.
Смотрите, как квест начался. Я пойду туда и положу этому конец. Отлично. Необходимо разорвать порочный круг. Не знаю, что привело тебя сюда, но мне бы пригодилась твоя помощь. Я помогу тебе? Хорошо. Пойдем. Наверх придется прорываться с боем. Не уверена, что кто-то кроме меня решит одуматься. Хорошо, понял, все. Раскаяние начано. Смотрите, еще большой квест начался. Отлично. Помочь или добраться до вершины башни Светотьмы? Помочь или, точнее, не или. Адепт. Давайте откроем, посмотрим, что там за дверца такая. Что там хранят. Она меня будет ждать, мне это радует. Будет стоять до последнего. Адепт. А, ну адепт, да, это серьезнее. Это как мастер почти что. Приблизительно на одном уровне они там. Есть. Сложный замок. Ничего не скажешь. Стоило ли оно того? Ну, 3 отмычки и 44 золота. Практически только из-за отмычек, ой, этих, из-за золота и залез. Ага, ведьма. То есть должна была она стать ведьмой. Походу хочет превратиться в ворожею ее. Матушку там. Иначе в кого бы еще там? Слушай, может ты спрячешься как-нибудь? Что красться не умеешь? Видишь же, с тобой союзник твой идет, крадучись. А? Не, ну она маг, она мощная. Сала. Что это было? А, ладно. Должно быть, сбежал. Она мне даже никого не даст ударить. Ну и ладно. Просто прогуляемся. Пойдем. Опять очень темно. Ну, кстати, да, у меня есть магический свет, как вы написали в комментариях. Я знаю, это прекрасно помню, но я же говорю, я же прям в серии говорю, что я бы его зажег, если бы не мой стиль жизни скрытный. Если бы я не был таким воином теневым, потому что вся моя сила как раз находится в скрытности. Я уже пару раз вставал, помню, и ходил в открытом. Помирал на месте вообще. Водовосчета разбирали. Маги особо. Особенно. Поэтому мне приходится ходить во тьме, в темноте. А был бы такой огонек, что, знаете, зажег и потушил тут же. Ну, глянул, потушил. Что это было? Тролль. Тогда было бы нормально. А то он же здесь, если зажег, он будет с тобой до победного конца гореть потом. Ничего себе ее отнесло. И она опять под стрелы лезет. Ну ты же видишь, я стреляю с этой стороны. Че ты под стрелы-то лезешь? Что за люди, а? Подождите. Это она, что ли, уже? Ты уже там? Ладно, если нам туда, тогда что здесь, наверху? Надо оглядеться. Здесь, походу, они спали. Ух ты, какой-то выход имеется. Походу, это... В конце мы сюда выйдем. Так тут еще и два их. Один, второй проход. Дождется ли она меня? Сейчас приду, ее уже там убили. Рычаг, кстати, с той стороны. Возможно, это действительно все обратные пути. Ловушечка имеется. Замануха такая стоит. Зелье, камни душ. Начинаешь по-быстренькому бежать, и тебя разносит в два счета. Знаем мы их, все эти схемы. Нас уже не возьмешь этим. Ну что, пошли дальше? Ух ты, а здесь тоже можно, наверное, пройти. Давайте глянем, что там. Сундук. Спрятан свиток гармонии. Ну ладно, мне он не нужен особо. Так, если на продажу. Стоит они нормально, в принципе. Ух ты, нужен ключ. Интересно, на ком? И здесь все закрыто. Впереди ворожея. Потяни рычаг, когда решишь, что пора. И мы на нее нападем. Тут давно пора уже. Хватит. Ворожея. Да-да-да. Потяни рычаг, когда решишь, что пора. Я и понял. Мы на нее нападем. Где она? Кстати, я пришел в то же самое место, где только что бродил. Такой подхожу к этому месту, говорю, ух ты, здесь мы, наверное, обратно придем. Вот точно. Кругаля навернули вообще лишний, могли сразу подняться и пройти. Чё к чему? Где ворожея, давай, показывайся. Вон она.
Мимо. Ду... Хватит носиться. Гадина-то такая. Ее надо успевать бить. Не толкай меня. Илья, блин, стоит, толкается. Я попасть не могу из-за нее. Противные союзники, ненавижу их вообще. Иногда приходится ходить. Че, в эту тварь хотела превратиться она? Ничего не сказала. Что они тут читают? Ух ты, что-то повышает. Ну, я уже это повысил, походу. Все, тут ничего нет, пойдем дальше. Чертоги, ух ты, тут еще и двууровневая она. Кстати, квестик-то можно пометить даже этот, наверное. Раскаяние, пускай будет. Ну, башни они все одинаково устроены, ты идешь все выше, 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 до самого конца поднимаешься, и там где-нибудь какой-нибудь проход в самый низ. Ого, ритуал намечается. Ведьма. Ничего себе, она и в прыжке там стреляет в нее. Гангбол. Прыгает и кидается в этот. Ну, это не фаербол, конечно, а айсбол. Заперто. Проклятие. У одной из этих старых ворон заперто. Должен быть ключ, проклятие. Хорошо. Где он? Одной из этих старых ворон должен быть ключ. Тебе придется забрать его. Я посторожу здесь. Разве что ты сумеешь взломать замок. Да, если б я хоть что-то видел в этом мраке, вообще такая тьма, ни черта не видно уже вторые сутки. Как темно. Ой, что я сделал? У меня же это идет этим. Где он? Вторая. Я бы, наверное, уже замок успел взломать, чем тут сейчас в этих потемках искать мертвых этих. Ну, одна вот она валяется, на ней нет ключа. Да, где-то вторая. На бандите не будет же. Это жертва. Вторую где-то здесь убили. Заперто. А вот она. И еще она говорит, на ком-то из них должен быть. Ни на ком здесь нету, что ты мне врешь? Должен быть ключ. Тебе придется забрать. Короче, вор я или не вор в конце концов? Что там, зря прокачиваю себе, что ли? И родился под созвездием вора. Ключи ваши. Так, надо осторожно. Надо нащупывать. Вот тут, по-моему, крутилось, да, точно, смотрите-ка. Эх, не судьба. Да что такое упертый замок? Ах, чуть-чуть, смотрите-ка, а? Полная концентрация, концентрация нужна. И еще ниже маленько. Есть, все хорошо. Я посторожу здесь. Разве что ты сумеешь взломать замок. Ты все сказала? Одно и то же заладила. Ну все, это тут же заканчивается. Проклятие. Слушай, ты прекращай уже, мы взломали замок. Что вы сегодня какие-то все странные? Сегодня они какие-то все особо тупые, вы заметили? Она теперь, наверное, до самого конца будет это повторять. Пока квест не пройдем. Может, кстати, тут сердца Даэдра есть, еще что-нибудь. Все, что мне надо там. Здесь можно было, кстати, разобрать. Давайте, наверное, это лук разберем этот. Черт с ним уже. Так, предмет. Вот снять зачарование. Давайте его, он уже все равно. Да? Все равно уже он разрядился, заряжать его нет смысла, иначе зачем я тогда эти камни заполнял? Чтобы на него же потратить, было бы очень странно. А так у меня будет теперь навык. Их надо делать таким образом, чтобы два было зачарования на одном. То есть один на урон шел, а второй как раз на захват душ. Тогда есть в этом смысл. Как бы он сам себя будет постоянно поддерживать душами новыми. Ну, опять паучки, с паучками ты и сама хорошо разбираешься.
Я боюсь бить то, что я в нее попадаю. Вот сейчас, по-моему, опять в нее стрела полетела. Они такие резкие, потому что резвые. Прыгают. Кстати, что-то повышает. Ух ты, разрушение. 20, ничего себе. Карга. А, ладно. Должно быть, сбежал. Сбежал. Только забила его тут же прям. Чё к чему? Я говорю, сегодня с ними точно что-то не то. Хорошо. Мать прямо там, за дверью. У меня есть план. Какой он? Каков твой план? Я представлю тебя как жертву. Просто подыграй. Когда мать начнет ритуал, я нападу. И тогда вместе мы сможем убить ее. О боже мой, убить ее ты еще? Я все продумала. Другого выхода нет. Она зашла слишком далеко. Ворожии отравили ей разум. По крайней мере, смерть вернет ей свободу. Ну хватит. Ладно. Пошли. Пошли. Одолеть мать Илии на вершине башни Святой Тьмы. Хорошо. Будем сейчас играть жертву. Здравствуй, матушка. Дочка, кого это ты мне привела? Я нашла для тебя добровольца. Разумеется, плату мы уже обсудили. Великолепно. Прошу тебя, сядь позади меня, хорошо? Хорошо. Ничего себе, ток-шоу. Я только приготовлю его. Угу. Я не позволю тебе это сделать, матушка. Давай в спину. Ты сейчас умрешь. Ого, меня снесло. Меня-то за что? Я-то что сделал? Да ё-моё, отстаньте вы. Я вообще не при делах. Ребят, это ваше личное. Ну давайте сейчас их добьем. Сильвия. Ты там потише со своим электричеством давай. Мать с собственной дочкой сражается. Точнее, дочка собственной матери. Проще так сказать. Наша, она же напала. Да хватит под стрелы лезть вы. О, как вы меня раздражаете. Уйди, иди со спины сражайся. Я уже давно ее убил. Встала и все, а. Я просто... Я и подумать не могла, что до такого дойдет. Стоит за горой там, говорит. Возьми мамин посох. Ой. Считай это своей наградой. Мне из этого проклятого места ничего не нужно. Прощай. Ты бы хоть показалась. И спасибо тебе. Пожалуйста, все кончено. Давай, до свидания. Вы меня сегодня вообще прям вымораживаете все. Не могу. Так, стрелы, что еще есть? Ничего хорошего. Все как-то коревое сегодня. Что-то странное. Так, может быть, кстати, здесь что-нибудь полезное. Сильный яд, ну, пригодится. Разрушение, опять же. Какая-то книга ужасов прям настоящая. Ужасы замка Зер. Ух ты, стрелы. Ну и все, пожалуй. Это еще что за проход? Походу обратно в башню ведет. Может быть, сюда можно было зайти двумя путями каким-нибудь. Нет, это просто путь отхода такой коротенький, чтобы долго не ползать уже. Завершение можно здесь прийти. Кстати, ворота-то закрыты. Интересно, как бы я сюда попал, приди отсюда. Ну отлично, хоть один квестик выполнили. Давайте посмотрим, здесь рядышком есть еще какие-то. Тоже тут же прям. Вот, допустим, найти. Ага. Давайте, наверное, от резиденции туда и сходим. Кстати, в резиденции-то там враги на меня сейчас, наверное, нападут. Скажут, ага, это он, держите, это он убил предыдущих этих, как наших стражников там. Тяни грифчик. Поскакали. Подальше отсюда. Вон она, пещера, скорее всего, где-нибудь в пещере он и сидит. А может даже вон... Волк. Волк.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, попасть-то сложно, как, а? Как? Как, ну, этом, сражаться вообще сложно. Короче, здесь проще. Он сейчас волка там побьет, а потом на нас нападет. А, нет, это хороший орк. Ты нормально, да, орк? Что тут забыла сопливая деточка? Беги домой, к мамочке. Лучше не говори со мной так. Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? Да. Слушай, я не хочу неприятностей на самом деле. Боги, ну ты и зануда. Вообще. Не стоило сюда приходить. Взял, нарвался на него. Все нормально было, нет? Давай сражаться. Он ничего, он его с ног сваливает. Тенегриф, ты еще и так умеешь? Я не видел, чтобы ты раньше вот так вот прям забивал. Тенегрифа попал. Тенегриф, ну ты че вот опять? Ты-то хоть сегодня веди себя нормально. Ладно, та, понимаю, ведьмачка глупая. Давайте еще это забажило. Анимация добивания. Вообще сегодня день просто каких-то странностей. Я не знаю, что это происходит такое. Кстати, стрелы даже не меняются. Закончились, и все, и стоит это одна ни туда, ни сюда. Ну, давайте хоть стрелы свои заберем хотя бы уж. Взял, напал на меня, гад. Хотя он вообще мог мимо идти. Это даже не бандит, не разбойник, ничего. Я сам начал с ним общаться, разговаривать. А он сразу грубить? Не стал бы грубить, было бы все хорошо. Так, значит, он где-то здесь потерялся. Бедолага. Муженек. О, а это не он ли тут идет? Ты разбойник? Нет, не он. Здрасте. Короче, он у бандитов, либо сам подался в бандиты. Посмотрим, что с ним произошло. Что там за история, как она сложилась. Ух ты, железные стрелы 15. Вот так повезло. Ну вообще, знаете что, я предлагаю в эту пещеру идти с вами уже в следующей серии. В принципе, мы сегодня и так квестик один как минимум уже выполнили, даже два, так что все нормально. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс и до новых встреч!